Саша, поздравляем с победой, с забитым голом. Ну, на самом деле, с первых минут видно было, что ты заряжен на борьбу, и у тебя была жажда гола. Вообще, вот скажи, с каким настроением выходил на этот матч, и были мысли о том, что ты забьешь гол? Мысли не было. Хотелось, чтобы команда победила вся. Мы готовились к этой игре, тем более последняя игра в этом году. Хотели завершить на хорошей ноте. Сегодня было много борьбы, фолов в игре, и вот, как следствие, сразу там 2-3 стычки было в игре. Почему вообще так происходило, да, и это что такое, были провокации Краснодара или просто игра этому способствовала? Нет, это борьба была за каждый мяч, хотели все выиграть эту игру и боролись до конца. А вообще, вот, насколько сложно дался этот результат? Очень сильно он дался нам. Поставили очень много сил, тем более последняя игра была, все устали уже, все прям через «не могу» тренировались и играли. Ну, у нас хорошо, что получилось так, как получилось. Ну, результат неожиданный, наверное, да? Ну, мы старались все сделать для этих сил, отдать все, чтобы выиграть сегодня. Спасибо.